Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о таком незаметном элементе, который по установке у вас будет включен, но мало ли выключить, чтобы его не искали. Это так называемая подковочка, которая изображена на панели инструментов Adobe Premiere Pro. Видите, она именуется как Snap. Snap можно перевести в данном случае как защелкнуть, прищелкнуть, в том числе. Как будто что-то состыковалось друг с другом, что обозначает в действительности. Вот Snap включен. У вас имеется какой-то видеофайл на вашей монтажной области. В данном случае два видеофайла. Если я хочу, естественно, я хочу, чтобы они состыковались, можно сказать, в упор. Можно это делать без каких-либо промежутков, черных кадров. Можно это сделать таким образом. Видите, здесь пустота. Я дважды щелкаю мышкой и нажимаю Delete. Два файла соединились. Но иногда можно делать и таким образом, если видеофайл находится повыше, к примеру, вот так, неважно. Аудиофайл тоже смещу пониже. Я хочу, чтобы они состыковались. Вот здесь Snap включен. Что происходит далее? Я двигаю его. И вот видите, на месте состыковки двух видеофайлов левого и которые я двигаю справа, появились вот такие белые треугольнички. Небольшие внизу. Ну, не совсем одна сторона прямая. Чуть-чуть покаты, но не в этом суть. Я отпускаю. Что это обозначает? Это обозначает, сейчас отключу звук, что два видеофайла состыковались без каких-либо черных промежутков. В них нет пропущенных кадров. Вот первый видеоклип, и вот сразу пошел второй. Что обозначает, когда мы вот данный Snap отключим? Вот я его отключаю, отодвигаю. И теперь смотрите, я двигаю файл, к примеру. Он уже фактически у меня заехал правый файл, который я двигаю за первый файл, который слева. То есть я не могу их состыковать ровно. Я не хочу, чтобы правый файл заезжал за левый. Вот я двигаю, не вижу этих белых треугольничков. Но как только я включаю вот эту подковку Snap, я вижу, что вот они в этом месте состыковались. Вот. И все. Теперь они идут без каких-либо промежутков. Данная функция является достаточно удобной. Давайте еще раз повторим. Вот так двигаю. Вот место их разрыва было. Не место их разрыва, а куда я второй видеофайл отодвинул. Вот я двигаю. И вот, они полностью примагнитились друг к другу. Вот такая удобная функция. Всем привет, всем удачи.